Применяешь какие-то инструменты, то есть самый большой инструмент в этой плотности – это наше белковое тело. Инструменты, которые поменьше, это такие, например, как жизнь без еды и жидкости – это тоже инструмент. Как жизнь без сна, что ты большую часть времени проводишь в единой плотности, потому что сон – это просто другая плотность. Вот. Mm-hmm. Это тоже инструмент. И ты, наверное, даже слышала, что есть люди, их достаточно много, которые практикуют осознанные сновидения. Угу. Большую часть времени находятся в той плотности. И это тоже они. Просто они себя начинают практиковать с другого ракурса. Но пока они не познают тот дар, который им был дан первостепенно, это белковое тело, там они себя в той плотности раскрыть полностью не смогут. Они не смогут прийти к пробуждению, находясь в одной какой-либо плотности.